Ну так об олимпийском опыте только коротко, ты же понимаешь, Канаева выходит. Имеет значение, сколько олимпиад за плечами, ноль или одна и так далее? Я думаю, что не имеет. На результат это никак не сыграет роли. Важно то, в данный момент, в какой форме ты находишься. А сколько олимпиад за плечами, это не так важно. Вот и проверим, потому что начинается второй раунд соревнований. В первом, к сожалению, Евгения Канаева допустила ошибку. И сейчас ее выход на площадку с обручем. Ну, браво. Спокойно все, хорошо. Все элементы докрутила. Все было сделано. Вера Ефремовна Штельбаум схлопает. Мама у нее вообще приехала сюда абсолютно спокойная. И вот такая вот семья у них очень спокойная. Когда мне Ирина Александровна рассказывала про Женю Канаеву, она говорит, стоим мы на чемпионате Европы. Это был первый чемпионат Европы для Жени. И она идет по всем результатам первая. Остается последний вид. Мы, говорит, с Верой Ефремовной трусимся сзади, стоим, переживаем, говорит, трясемся. А это, говорит, смеется. Я, говорит, вначале подумала, что она больная. А потом, говорит, просто поняла, человек вообще не волнуется. И вот это вот самая, наверное, важная черта. Ну да. Скажите, как вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь. Я не напрягаюсь. Она делает себе удовольствие. Я живо вспомнил Усейна Болта, да, который с улыбочкой практически в припрыжку грохнул два мировых рекорда на этой Олимпиаде. И еще нескольких участников и участниц пекинских игр. Вообще у меня складывается такое впечатление, что времена сверхнапряжения какого-то, которое было единственным способом достижения победы, немного позади. Уже надо, что называется, как в другом анекдоте, да, выдыхай, бобер. Вот это ее оценка, 18,7. Вот она выдохнула, ты полагаешь. Спокойно уже собралась, да?